Итак, что у нас сегодня? Сегодня будем склеивать вот такую вот полочку. Понадобится клей, шканты и инструкции. Сами заготовки. Вверх, вниз и боковые части. Материал МДФ, покрытый шипом дуба. Вот, и сверху масло Борна. Проклеиваем ответные отверстия. Отверстия со смещением, потому что МДФ 19 мм. Присадку производили таким шаблоном мастер 32. Она больше заточена под 16 мм ЛДСП. Ну, ничего страшного. Здесь мы тоже сделали такое же смещение, поэтому все будет четко. Вот, сняли струбцины, собственно, что у нас получилось. Такие полочки из шпона дуба. Спасибо за просмотр. Пока.